Ну так вот, только что с аэропорта получил посылку. Бекон разных сортов, разных сортов, бекон, грудинки, в общем, 5 кг мяса разного. Вон там еще, там главное вот это баранки с чаем, пряники. Зефир, который я люблю. Вот такой зефир. Такие пряники. Вот такие. Вот такие вот малютка, сахарные глазированные сушки. Вот такие вот шикарные сигареты. Вот ментолом такие. Здесь ментолы, кстати, запрещены. Но здесь это самое, поэтому приходится вот так вот. Хорошие сигареты. Самое главное, мясо разных сортов. И даже мармелад. Желейный в сахаре. Спасибо, Олечка. Большое-большое-большое. Огромное. Получил очередную посылку твою. Спасибо постоянно. Не забываешь обо мне. Вот. В общем, спасибо огромное. Ну, мясо вообще вкуснятинка. Таких здесь нету, беконы. Вкуснятины. Орловский, бекон орловский. Сейчас буду пробовать. Всех вам благ и доброго вечера. Доброй ночи, то есть.